Погнали. Сейчас мы проходим третью часть Games Battle. И теперь это мультигубка Боб. И тут настоящий апокалипсис птиц. И, кстати, да, тут есть секретная ускорялочка. Ну, а я буду проходить без ускорялочки. Максимально по-честному. Так. Максимально, а я максимально не по-честному. Так, смотрите, ура. Тут начало мы прошли. Да ну вот ты заходишь, блин, а. Опа. Да, ускорялка мешает. Все так. Погнали. Все так. Всё, я уже там, где вы. Подожди. Стой. Остановись. Ой, я подох. Ну, я сейчас покажу все. Еще типа, ты пока там, окей? Ставьте у Вани. О, все, привет. У Вани на этой карте бомбила. Да, такое бывает. Это не легенькая карта. Согласен, я ее ненавижу всем своим сердцем. Но зато в конце будет очень прикольный босс. Ай-ё-ё. У него там даже на одном месте что-то есть. Да ну как? Ненавижу такое. Меня подожди. Подожди. Это такой. Толкай меня. Подожди. Тихо. Ба. Она быстрее, чем меня убьет. Фух. Все, все, самое сложное мы прошли. А вы как думаете? Не, подожди, не иди, не иди. Как вы думаете, куда нужно пройти? Конечно, сюда, да. Это правильно, секретный проход. Если вот тут встать на вентиляцию, все, минус ты. Да все, можно сдохнуть. Ну все, вот и наш босяра. Послушайте, какой тут мулончик. У него там на одном месте видно дуло. Да. А! Ну, короче, а самая лучшая тактика, ребят, просто стоять на месте. Но это тоже нелегко, тут нужно прыгать, все равно. Опа! Перепрыгать. А я так, а вот моя тактика. А это моя тактика. О, кстати, да, это тоже легенькая тактика. Прикольная. Ай, блин, я подох. Чуть не подох. Я тоже. А я еще не подох. Честно. А мы что, опять на гры заспавнимся? Не, а, не, не на гры, не переживай. Да я уже подбегался. Так, осталось все, все, все. Вот это последняя атака, она бывает бесконечно остается. Ну, короче, вот все. Мы прошли босярика этого. И, кстати, ребята, ограничение на появление не бесконечно. Поэтому тут можно просто умереть. У него тут дуло есть. У него тут дуло есть. Ну что, давай дальше.